Рыбалка. Я вернусь в «Динамо» ровно через год. Сергей Рыбалка прокомментировал свой переход в Сивасспор на правах аренды. Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка в интервью «Футбол Хэб» поблагодарил настоящих болельщиков «Динамо», президента клуба за годы, проведенные в столичной команде, и пообещал вернуться через год. «У меня все еще есть контракт с «Динамо», я никуда еще не ушел. Через год я вернусь, а дальше все видно. Возможно, я себя хорошо проявлю и начну быть резким и быстрым, каким сейчас не являюсь. Игорю Суркису могу сказать только спасибо. Было множество моментов, в которых он мне помогал. Настоящим болельщикам «Динамо» хочу сказать огромное спасибо. Мне было приятно находиться в этой великой команде. Ваша поддержка ощущалась. Спасибо и за критику. Болельщики всегда переживают за клуб. Ведь «Динамо» — это действительно великий клуб. В Европе его все уважают и боятся. Болельщикам хочу пожелать терпения, любви к игрокам, тренерам и руководителям клуба. Они действительно все стараются, бывает получается, бывает нет. Я не прощаюсь, я вернусь в «Динамо» ровно через год. Всем спасибо, всех люблю, сказал Рыбалка. Ранее сообщалось, что Рыбалка проведет сезон в Сивасспоре. По материалам сайта newsgro.com.